правых. Долго-долго атакуют. И посмотри. При левых равных составах второй. А ну, так да. По факту третий. Потому что снова не правда, что не могут смениться. Если белая форма, магнит не сменился, то, видимо, уже белый номинальный вот момент. Дальше Пустинский, еще один бросок, добивание гола, все-таки удается, удается Сергею Мозякину вывести свою команду вперед. Вернулась. Ну и Устинский, он сколько раз вытащил? Раз вытащил, так ну и еще и до этого. До этого еще было сколько моментов. И вот, ну вот, смотри, поднимается со льда Мозякин, но там упал и, поднявшись, сразу же отправляет шайбу мимо голкипера.